Сегодня у нас чудо корейской техники LG B1300. Раритет. Когда-то очень была популярная модель. Черно-белый экран здесь еще был. Такой дизайн. Были они синие, красные, белые. Еще, по-моему, какая-то модель была. В нашем случае вот не включается он. Здесь они делали по принципу как Nokia 3310. Колодка вставлялась, и она часто под платой контакты там загрязнялись, и из-за этого она не включалась или сама колодка ломалась. То есть, в принципе, я думаю, здесь ремонт, только надо будет почистить контакты и колодку поменять. Колодки такие у меня есть. Так. Четыре. Так, есть. Вот здесь идет колодка на питание. Контактные, и здесь мы берем обычную резинку, аккуратно протираем, чтобы не повредить. Здесь отрубилась у меня камера, закончилось место. Ну, продолжим. Так, немножко мы эти контакты протерли, прочистили. Видим, что эта колодка упиралась сильно, конечно, даже есть такие здесь выступы. Так, на эту хватит, и эту колодку выбросим. Таких колодок у меня всяких валом. Сейчас я найду. Поменяем ее. Это выбрасываем. Дачка эта, она уже негодная. Ставим другую. Как она сюда не... встает, вот встала. Теперь собрать и проверить. Я думаю, наверное, на этом весь ремонт будет. Еще корпус синий красивый, потом поменяю. Встает сюда.
не встает и все. Вот, все. Винты зажать надо обязательно, потому что обратно эта колодка не достанет. Там, где плата идет на соединение с колодкой. Надо было им здесь еще какой-то винт сделать. Один, два. Тогда все вставало получше. Так, здесь типа защелки они отходят. А вот эти винты упираются. И, видите, она чуть-чуть не достает получше. Хотя, может, потом я еще дожму это все. Ну, эту не будем, эту дожмем. Так, проверить. О, чудо заработало. Здесь какой-то с синей подсветкой. И клавиатура синие диоды, и синие, видать, диоды под дисплейчик. Вот такое сегодня раритет. Такой раритетик сегодня сделали мы. Казалось, такая мелочь, колодочка. А, вот, пожалуйста, все работает. Ну все, на этом будем заканчивать. Так что бывают поломки очень простые, элементарные. Просто надо разбираться. Все, на этом сегодня все.